Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторник. Сегодня у нас день пресс-конференции. Выступают господин Карни, который возглавляет британский регулятор. И сегодня же состоится выступление председателя Европейского центрального банка Драги. Полагаю, то, что эти два события будут иметь очень серьезный резонанс вдоль всего рынка, но для нас они интересны, поскольку мы знаем, что непременно будет серьезная волатильность по факту в динамике пары фунт-доллар и, соответственно, евро-доллар, которые представляют для нас значительный спекулятивный интерес. Обо всем этом мы поговорим подробнее. Завтра, безусловно, подведем более детальные и, скажем, взвешенные такие итоги. Но я думаю, что у нас есть четкое представление о том, что мы можем услышать, поскольку мы уже долго, скажем, следим за новостной картиной как в рамках еврозоны, так и за тем, что сейчас происходит в связи с политическими событиями, последними макроэкономическими отчетами в Англии. Начнем мы сегодня, как и всегда, с того, что у нас показывает нефть. Подведем итоги вчерашней торговой сессии. Клоз 52.37. Сейчас актив торгуется на отметке 52.34, чуть ниже закрытия. Даже локальный минимум был гораздо ниже текущего значения. То, что Brent сохраняет коррекционный уклон и продолжает вот это монотонное снижение, это хороший знак, конечно же, для тех трейдеров, которые делают ставку на ослабление. Вот если бы мы сейчас видели исключительный рост, вот тут оставалось бы только разводить руками и, собственно, оставаться в недоумении касательно того, неужели ли трейдеры по-прежнему делают ставку на ничем не подкрепленные позитивные ожидания того, что 30 ноября ОПЕК в содружестве, может быть, с отдельными регионами, которые не входят в эту организацию, смогут выйти на какое-то базисное решение по ограничению добычи. Но хорошо то, что Brent снижается. Это позволяет нам взять локальную паузу. Это дает передышку тем трейдерам, которые ставят на ослабление, чтобы еще раз внимательно оценить новостную картину и поискать те возможности, в том числе и фундаментального порядка, дополнительного, чтобы еще больше успокоить себя относительно правильного позиционирования и сделать очередной вывод о том, что нужно ждать. Нужно ждать более вразумительной динамики и, соответственно, о той динамике, которую мы с вами прогнозируем уже очень давно и которая способна завести Brent снова ниже $50 за баррель. Что касается новостного фона, как вы знаете, вчера в целом ничего интересного по нефти не было. Но то, что мы видим вот этот фактор давления и видим то, что Brent снижается, можно, наверное, оправдать восстановлением доллара, ростом котировок американца против буквально всех основных конкурентов. И, разумеется, каждый раз, когда мы говорим о сильной валюте, мы понимаем то, что товарное сырье по стоимости номинировано в баксах, конечно же. И рост доллара приводит к тому, что активы становятся дороже, соответственно, менее привлекательными. Но пока что мы еще не наблюдали окончательного и тотального дисконтирования стоимости факта неизбежного повышения процентных ставок. Поэтому не еще дождались, собственно, буста, который сможет, к примеру, американца против иена отправить выше 105. Вот если это случится, тогда давление на нефть будет более выраженным. Но и текущего, собственно, эффекта, который мы наблюдаем, нисходящего и негативной динамики по нефти, ее также пока что достаточно. Будем довольствоваться малым. Что касается дополнительного фундамента, я снова отмечаю то, что ключевой идеей для рынка остается, конечно же, встреча 30 ноября, это встреча ОПЕК с, возможно, странами, которые будут поддерживать потенциальные договоренности, но пока что речь идет о России, как одном из самых, скажем, влиятельных игроков на рынке энергоресурсов. Но мы помним то, что позиция явно неоднозначная, ОПЕК говорит одно, при этом монополисты российские, которые отвечают за этот сектор, говорят о совершенно другом. Очень важно отметить то, что
Ирак сейчас активно призывает всю ближневосточную организацию ОПЕК, чтобы избавить их от обязательства поддерживать подобные договоренности. Потому что у Ирака есть собственные договоренности с партнером, они обязаны поставлять определенные, скажем, объемы энергетического сырья, они справляются с этими обязательствами, объемы добычи растут. И я думаю, что это своего рода первая ласточка, знаете, как в сезоне американской корпоративной отчетности выступает компания Алка. Это первая ласточка того, что очень скоро подобные инициативы будут выказаны со стороны и других регионов, но прежде всего со стороны Ирана, который продолжает наращивать производство и пока не знает, как бы обойти вот эти договоренности, которые вроде бы как должен поддержать 30 ноября. Между тем, месяц еще полноценный до этого события, поскольку рынок весьма чуток к любого рода высказываниям, и, соответственно, мы видим, как настроения резко меняются, я допускаю то, что мы можем увидеть и обновление, и перепись вот этих многомесячных максимумов, но с большим все-таки уклоном я продолжаю делать ставку на снижение, поскольку скепсис на рынке также сейчас, может быть, даже растет. И чем больше, скажем, трейдеров, которые присоединяются к позиции того, что на встрече в Вене никаких договоренностей не будет достигнуто, тем более выраженным будет будущий прессинг на этот актив. Сегодня у нас в 23:30 выйдет традиционный для вторника отчет по запасам нефти США. Вы помните, что я делал акцент на то, что сезонный фактор закрытия ряда нефтеперерабатывающих заводов на обязательное техническое обслуживание позволяет нам говорить о росте запасов. Если мы дождемся фактических цифр от АПЕ, а потом от Минэнерго, и если мы вспомним, как рынок активно реагирует на эти отчеты вот последние две недели, может быть, именно эти релизы и выступили одним из основных драйверов для актива. Если запасы вырастут и при сохранении прежней реакции, прессинг будет только увеличиваться. Я надеюсь, что мы сможем сегодня-завтра закрепить Brent ниже планки $52 за баррель и использовать эту коррекцию для того, чтобы поставить следующую цель – возвращение в район 50. Российская валюта против доллара 62.10 сейчас котировки. Видим очередную попытку приблизить к поддержке 62. Здесь понятно, что поддержку рублю оказывает продолжающийся налоговый период, спрос на рублевую ликвидность. Вроде бы как на рынке поговаривают о том, что инвестиционные компании делают ставку на укрепление российской валюты, поскольку не видят оснований для слабости. Здесь, кстати, можно провести параллель еще с тем, что обычно, когда даже с позиции психологии ставку на какое-то конкретное поведение инструмента делает большинство трейдеров, лучше руководствоваться совершенно обратной динамикой. Поэтому помимо нашего с вами анализа экономической и национальной конъюнктуры, которая, в принципе, характеризуется исключительной слабостью российской экономики, исходя из дефицита бюджета, исходя из потенциала ослабления цен на нефть и все-таки ясной картины потенциальных действий Центрального банка России, мы понимаем то, что 62, но это, скорее всего, предел. Тестирование, может быть, этого рубежа и произойдет, потому что мы это уже видели. Но вот сил у доллара, точнее у рубля, чтобы закрепиться против американцев ниже этой планки, но явно не будет. Поэтому мы ставим на ослабление, движение в район 63, закрепление выше этой планки и с возможным возвращением, соответственно, к следующему уровню сопротивления, это 65. Европейская валюта против доллара 1.0883 сейчас котировки. Вчера большую часть торговой сессии евро находился в приподнятом настроении. Мы видели то, что был прерван вот этот цикл провальных дней, показанных еще на прошлой неделе. Но все-таки к концу дня евро растерял практически весь свой дневной прирост и сейчас снова находится под давлением. Но если подводить итоги вчерашнего дня, поддержка пришла со стороны национального фундамента. Вчера вышло очень много отчетов по индексам активности в промышленном секторе, в сфере услуг, как евро зоны, так и Германии. Если говорить про в целом валютный блок, то здесь статистика хорошая, очень хорошая.
роста до 53,7 с 52,6. И без сомнения, ключевой вклад в столь хорошие показатели промышленности внесла Германия и продолжающееся восстановление этого региона. Об этом мы можем сделать вывод также по индексам, которые вышли тоже вчера, по индексам активности в промышленности и в сфере услуг. В частности, по Германии в производстве 55,1 с 54,3, и в сфере услуг рост до 54,1 с 50,9. Очень практически на 10% прирост. Конечно же, такие цифры игнорировать не стоит, в частности, по еврозоне. Это лучший показатель за последние 10 месяцев. Мы даже можем говорить, что это лучшее значение за год. Ну, вот банк, на который я традиционно ссылаюсь, это Morgan Stanley, вчера в своей инвестиционной декларации сообщил о том, что не верит, что Европейский центральный банк откажется от дополнительных мер экономического стимулирования, потому что по версии Morgan Stanley последнего прироста, пусть и такого выраженного, как вот мы сейчас уже подвели итоги, 10-месячный максимум, его все равно недостаточно, чтобы погасить тот негативный тренд, который сложился до этого, который был показан в течение года, его недостаточно для того, чтобы простимулировать потребительскую активность, вывести показатели ВВП на достойные значения и решить проблему с крайне низкой инфляцией. Ну, с одной стороны, они, конечно же, правы. Мы вроде бы как уже охладели к идее того, что ЕЦБ пойдет на расширение экономической программы, программы количественного смягчения. Но знаем то, что ЕЦБ может продлить сроки ее действия, поэтому такой сценарий нами рассматривается. В декабре, в идеале, вы услышите это от господина Драги, о том, что ее продлят на 6 месяцев. Конечно же, если это произойдет, евро получит очень серьезный такой пендель, который может отправить ее даже к отметке 1.05. Но это все-таки событие декабря месяца, до этого еще нам нужно проторговать целый ноябрь. Дополнительную поддержку вчера евро еще и оказали прогнозы Бундесбанка о том, что показатель по инфляции до конца этого года сможет добраться до планки в 1%. Это с текущих 0,4%. Если это случится, то мы будем говорить о самых лучших значениях для этого индикатора за последние 2,5 года. К сожалению, насколько бы я не старался найти вот первоисточник подобных позитивных комментариев и по факту объяснений, не смог этого сделать. Возможно, Бундесбанк отталкивается от роста цен на энергоносители. Да, действительно, восстановление цен на черное золото является одним из ключевых факторов роста инфляции. Но для того, чтобы инфляция выросла за столь короткий промежуток времени, как 2 месяца, до 1% прибавила, 0,6%, нужно, чтобы, к примеру, Brent котировался выше $60 за баррель. Но даже если мы увидим такие котировки, так быстро рост цен на нефть не повлияет на потребительскую активность и на показатели инфляции. Мы должны понимать, что есть такое понятие, как временной лаг в этой статистике, и в лучшем случае инфляция сможет начать закладывать восстановление цен на энергоресурсы только спустя квартал или даже два. Непонятно, с чем связаны такие, конечно же, позитивные ожидания. Я считаю то, что для общего информирования сведений, конечно же, мы этот материал переварили, проанализировали сейчас, но его также можно благополучно и забыть, потому что даже по динамике евро мы видим то, что позитива уже практически ничего не осталось, евро снижается. Сегодня в фокусе внимания трейдеров два очень важных события. Во-первых, это целый блок статистики от ИФА, который позволит нам охарактеризовать бизнес-ожидания, настроение в экономической среде. Думаю, что в целом статистика будет нейтральной, но какой бы отчет мы сейчас не увидели, вряд ли он как-то системно повлияет на динамику евро, потому что европейская валюта сейчас движется под влиянием прошлых комментариев Драги о возможных изменениях программы количественного смягчения, ну, я подразумеваю ее продление, и, конечно же, находится под влиянием еще доллара, который, судя по сегодняшней азиатской торговой сессии, набирает обороты и готов уже вот в ближайшее время закрепиться выше планки 104,5. Если это случится, тогда мы будем говорить про параллельный рост доходности американских бумаг, говорить о контрасте с немецкими бумагами и о факторе поддержки для американца против евро. Поэтому наша идея по главной валютной паре рынка Форекс евро-доллар остается неизменной. Давайте ставить на тестирование поддержки 1.08. Доллар японская иена
Здесь ключевой идеей по-прежнему остаются рыночные спекуляции на тему повышения процентных ставок. Вчера вышел отчет по индексу PMI активности в США. Отчет хороший, 53,2 с 51,5. Даже если бы он был выше 50, это бы уже достаточно было для нас, чтобы говорить о явном позитиве, потому что именно 50 уровень отделяет восстановление от стагнации. Хорошая статистика поддержала доллар и, соответственно, снова повысила вероятность ужесточения монетарной политики на декабрьском заседании. Сейчас трейдеры крайне чувствительны, соответственно, к релизам, которые публикуются по США, и поскольку каждый из этих отчетов реально может повлиять на решительность американского регулятора, мы видим, как, по сути, каждый релиз тут же дисконтируется в стоимости доллара. На этой неделе у нас показатель по ВВП, пожалуй, для американцев это чуть ли не главнейший отчет, и если эти данные, которые мы с вами будем анализировать ближе к концу недели, все-таки поддержит доллар, мы сможем увидеть котировки и чуть ли не 105 против японского конкурента. Хочу также отметить вчера высказывание чиновников ФРС, в частности Дадли, Булларда и Эванса. Все началось с Дадли, который снова поддержал идею необходимости и целесообразности повышения процентной ставки, то есть верен своей позиции. Потом настроения стали меняться из-за высказывания Булларда, который отметил, что лучше подождать, и все, скажем, новостной фон через, опять же, комментарии мы замкнули на высказываниях Эванса, который подчеркнул, собственно, то, что говорила ранее Джанет Йеллен, то есть американская экономика близка к целевым показателям по занятости, по инфляции. Ничего конкретного не сказал по поводу декабрьского заседания, но вот отметил, что в 2017 году мы сможем дождаться трехкратного повышения ставки. Но мы это слышали и в начале 2016 года, нам тоже обещали как минимум 4 раза повысить ставку. Однако сейчас просто молим представителей ФРС, чтобы хотя бы раз сделали это. Поэтому также принимаем к сведению, знаем то, что такие ожидания присутствуют, и идем дальше. Из других валютных пар фунт-доллар. Здесь фунт находится под давлением. Нет сомнений в том, что мы увидим более низкие значения, потому что ключевой идеей остается потенциал и последствия жесткого выхода из состава валютного блока. Сегодня на повестке дня у нас пресс-конференция председателя Банка Англии Карни, который непременно будет говорить про эти самые последствия, про миграцию, я уверен, про будущие показатели ВВП, про состояние инфляции, потенциальные действия, которые могут быть предприняты британским регулятором для того, чтобы снизить неопределенность и смягчить экономические последствия. Негативные, конечно же, в основном. Я думаю, что бы мы сегодня не услышали от Карни, все равно любое его высказывание и комментарии будут проходить через факты неизбежно плохих и мрачных последствий, с которыми столкнется Англия. И вот это как раз и нужно использовать для того, чтобы попробовать затащить фунты ниже текущих рубежей. Актуальные котировки 1.22.24. Если мы с вами уверенно закрепляемся ниже отметки 1.22, тогда дорога открывается непосредственно к тестированию и движению к следующей поддержке 1.20, это практически 100%. Доллар-франк. Здесь предлагаю вспомнить вчерашнее выступление председателя Национального банка Швейцарии Джордана, который в целом отметил, что отрицательные процентные ставки защищают национальную экономику от высокого курса франка. И по версии Джордана, курс швейцарской валюты по-прежнему переоценен, слишком высок. То есть валюта дорогая. Экономические стимулы будут оставаться в прежнем формате. И прям сразу предлагаю обратить внимание на пару евро-свисси, которая снова подобралась к поддержке 1.08. Я говорил то, что крайне маловероятно, что пара сможет оказаться ниже. Проще даже делать ставку на занятие длинных позиций и с возможностью, с потенциалом возвращения в район сопротивления 1.10. Вот сейчас мы уже находимся на отметке
1.08.15 я рекомендую вам занимать длинные позиции с тем ориентиром, который обозначил. А вот что касается стоп-лосса, то его можно сделать совсем уж прям коротким на отметке 1.07.60. Но практически не сомневаюсь, но что мы туда не доберемся. Австралиец против доллара в порядке такого спекулятивного вашего интереса к австралийцу. Завтра мы будем уже подводить итоги релиза по индексу потребительских цен в Австралии. Он выйдет завтрашним утром в 3.30 по московскому времени. Если вы следите за этой валютной парой, тогда рекомендую на нее сейчас обратить еще больше внимания, потому что с большой долей вероятности мы завтра будем констатировать очередное снижение индекса потребительских цен и тут же начнем говорить о высокой вероятности снижения процентной ставки. Полагаю, то, что австралийцы будут распродавать буквально вот уже с сегодняшнего вечера. Наша цель остается прежней, ждем пару OUT/USD в районе 0.75. Из важных отчетов сегодняшнего дня резюмируем это в 11.00, через час 10, целый блок статистики по ИФА. Смотрим, завтра подведем итоги, но не думаю то, что евро активно отреагирует на эти релизы, поскольку есть другие драйверы, это доллар и, собственно, резонанс от прежних комментариев Драги. И, кроме того, сегодня в 18.30 снова нас ждет выступление руководителя Европейского центрального банка. В 17.00 выйдет отчет по уровню доверия потребителей в США. Ждем поддержки для доллара и ждем, чтобы пара USD/JPY оказалась выше планки 104.5. И в 17.30 это выступление уже руководителя Банка Англии Карни. Ждем, опять же, комментариев, которые будут восприняты в негативном ключе для перспектив фунта. И ждем снижения пары фунт-доллар ниже поддержки 1.22. Кодовое слово на сегодня. Потенциал, величина бонуса 16%, действует он до следующего брифинга, который, как и всегда, состоится завтра в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. На этом все. Если есть вопросы, задавайте их на нашем официальном канале на YouTube под видеобрифингом, свежим видеобрифингом. Оставляйте также там ваши комментарии, пожелания. Ну и не забывайте про то, что нужно ставить еще и лайки. На этом все. Хорошей вам торговой сессии. Сегодня она, уверен, будет весьма волатильной, поэтому мой вам настоятельный призыв, пожалуйста, всегда контролируйте риски, даже несмотря на то, что складывается ощущение, что актив поведет себя только так, а не иначе. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.